Здравствуйте, с вами Иван. И вот сделал такая светодиодная лампа на 10 ватт. Использовал вот этот радиатор, который из мост материнских плат. Тут ставил вот такая платка, где запаял светодиодный драйвер, который дает 900 миллиампер для этого светодиод, питается от вот такое питание 12 вольт на 1 ампер. Вот, 12 вольт, 1 ампер. Светодиод хорошо светит. Я уже запускал его. Этот радиатор абсолютно достаточный, чтобы охлаждал температуру на светодиод. Где-то около 2 часа работала. Температура почти так постоянно была. Например, около максимум 40 градусов. Сейчас сделаю еще одну. Вот на более маленький радиатор. Опять на 10 ватт. И буду посмотреть там температуру, как будет себя вести этот радиатор. Итак, этот, например, сколько? 4 на 4 сантиметра. Вот этот. Полтора сантиметра, этот большой, чем вот этот. Так, сейчас я его светодиод буду здесь заклеить. Вот этот китайский клей уже вам всем знакомый. А потом сделаю еще одну лампу с 9 светодиода, связаны между собой последовательно. Ну, тогда напряжение будет выше, чем 28 вольт, а ток будет 300 миллиампер. Так, их буду управлять вот этот драйвер, который дает выход, output. Видите напряжение между 28 и 36 вольт, ток стабилизированный на 300 миллиампер. Так. Этот клей новый, поэтому колпачок делаем так, зажимаем. Так.
Заклеил, сейчас оставлю его на полчаса, чтобы заклеился хорошо, и потом буду продолжать. Вот на этот радиатор буду заклеить вот эти 9 1-ваттные светодиоды. Сначала вот так сгибаю ножки, сейчас заклею, буду соблюдать плюс и минус, осторожно. Ну, уже 1 час горит светодиод, температуру, сейчас посмотрим сколько, 29, 25, а температура вот 35 градусов. Еще 40. Вот. Так. Сейчас подключу вот этот светодиод на этот радиатор, посмотрим через час, какая температура будет у него. И просто вот запаяю кабели. Подключил, включаю питание. Оставлю так 1 час, чтобы я работал. И посмотрим через час. Уже 1 час горит, свет идет. Температура 55 градусов на радиатор. 54. Ну вот так. Ну, конечно, это нормально. Вот. Один радиатор. Второй. Так. Ну, пока я заклеил вот эти 9 светодиода по 1 ватт, они хорошо заклеились, сейчас буду их запаять и подключу к вот этот драйвер, который уже показал. Так, запаял светодиоды, 9 светодиодов по 1 ватт, связаны между собой последовательно. Сейчас подключу. Тут напишу, что это минус, тут плюс.
плюс, чтобы не забывал, маркер так отметил. И включаем вот драйвер. Так, включаю минус. Плюс. Ой. Реально очень сильно светит. Очень. Этих 9 ватт просто, поэтому я люблю 1-ваттных светодиодов, чем вот эти 10-ваттные, потому что они лучше излучают светлину. Подключу сразу и вот этот диод. Вот как светит этот, вот как светит этот. Но тут они на более большая площадь, но независимо от этого, вот так сделаю. Вот 10 ваттный светодиод. Вот эти 1-ваттные. С глаза просто видно, что эти лучше светят. Хотя одна и та же мощность. Так. Температура. Ну. Они греют. Ну так как вот этот, который вот тут поставил, этот радиатор, эти почти один, не, это даже более маленький. Ну температура как-то чуть выше, но не очень фатально. Сейчас посмотрим, какая у него температура. 42 градуса. Да. На диодах 57. Может быть, надо поставить на более большой радиатор, и все будет хорошо. Ну, вот такой ролик получился. Сделал быстро несколько любительских светильников. Скоро буду делать светодиодные драйвера для 10-ваттных диодов. Я давно собираюсь, но как-то нет времени, но скоро я это тоже сделаю. Ну, это все. С вами был Иван. Подписывайтесь на канал. Все, пока.